То есть, значит, вы утверждаете, что звуковой зумер вы не слышали, когда подходили к автомобилю, о том, что я не был пристегнут? Конечно, не слышал. Если вы только, когда я отошел, вытащил вот эту железку. Какую железку? На будущее. Извините, я не русский, плохо знаю русский язык. Я понимаю, что вы не знаете русский язык, правила правописания, но я вам делаю замечание, и вы вместо того, чтобы меня поблагодарить, начинаете говорить. Я учту. Приму к сведению ваши замечания и буду устранять в дальнейшем, приводить свой истинный багаж в порядок. Истинный багаж. Все, увидимся в суде. Да. Насчет номера.